Асерхе, а вехе, че? Вехере курахевери серию номба. Женя, всем привет! У нас начинается новый влог. Новый влог, мил. Соня, не снимай меня, пожалуйста, этот влог. Хорошо. Что-то так софтбокс отсвечивает странно. Хочу я вам показать покупки из фикс-прайса. Сегодня мы ходили с Лёшей, и я кое-что взяла, что хотела. И мы взяли много еще полезных вещей к тому же. Так, все отсвечивает. Цены я вам буду называть по ходу дела. Ну, давайте смотреть. Первое, что я взяла, это вот такой контейнер для сыпучих продуктов. Здесь у нас объем 1,75 литра, 55 рублей всего лишь. Я взяла его, как вы видите, для кошачьего корма. Там были экземпляры, у которых вот эти крышки не очень хорошо сидели, и я подобрала специально, чтобы вот туго все сидело, так как корм тяжелый, и вот чтобы его насыпать без проблем, нужна тугая крышка, чтобы все это не высыпалось. С двух сторон он открывается. Я буду пользоваться вот этой стороной, потому что мне кажется так удобней. А вот этой не буду. Она так плотно сидит, что ее очень трудно открыть. Я поэтому взяла именно этот. Ну вы поняли. Чтоб не отвалилась крышка при насыпании корма. Это контейнер номер один. Также вот такой вот маленький, стоил он, по-моему, 55 рублей, да, емкость для специй 50 рублей. Очень он милый такой, смотрите, классный, тоже с двух сторон открывается. Одна сторона вот такая мелкая, а другая уже прям конкретная. Я насыпала сюда свою любимую сухую петрушку, которую я покупаю в Окее просто огромными вот такими количествами. Это петрушка то, что надо, она стоит 5 с чем-то рублей, здесь 10 грамм, и в такой контейнер входит 5 вот таких упаковок. Здесь у нас сколько? 270 миллилитров. Очень приятный контейнер, там был маленький вот такой вот, он, наверное, стоит 27 рублей, тоже очень милый и вообще классные штуки для специй. Ла-ла-фа, эти ночи, ла-ла. Это маска, это не надо есть. Это не маска, это не надо кушать. Да, это вообще-то не надо есть. Там не написано, что это для волос. Я просто скушала. Ладно. Из еды мы взяли вот такой мед. Медовая долина, цветочный, натуральный, разнотравье. Я вообще люблю больше всего такой темный, мутный мед. Но это Леша брал, 250 грамм. 77 рублей. И вот эта фасоль, я вообще очень люблю печеную фасоль в томате. 530 грамм, стоит всего лишь 55 рублей, ассортель. И эту фасоль многие хвалят, поэтому я решила, почему бы и нет, на закуску к мясу какому-нибудь там. Дальше пакеты для замораживания с завязками. Что-то я не придала этому значения, этой надписи. 50 штук, 25 на 35, 50 рублей они стоят. Мне просто нужны пакеты, ничего замораживать я не собираюсь. И они еще с завязками. Ну, интересно, кстати. Смотрите, какие они вроде плотные такие, снежинки тут нарисованы. 3 литра. В общем, если они еще и с завязками, то вообще удобно брать обеды с собой. Всегда беру вот такие плюш, дуэт, салфетки 24 на 24. Они однослойные, меня это полностью устраивает. 250 штук. По-моему, они стоят у нас 55 рублей. Да. Также мне понравились вот эти влажные салфетки, антибактериальные, 120 штук, 77 рублей. Мне кажется, они даже лучше, чем Коте. Они поплотнее и даже могу сказать, что, наверное, лучше пропитаны. Так что вот такие вот. И еще и антибактериальные, что вообще актуально и полезно. Лампочка Эра, 99 рублей, светит как лампа накаливания, 110 ватт. Цоколь Е27 стандартный, это LED-лампа, холодный цвет. Короче, вот такая лампочка. Эра, вроде нормальные лампы. У меня, кстати, в софтбоксе тоже лампы, вот в этом Эра стоят. Овсяное печенье Леша любит, такой тип печенья, 600 грамм. Сколько оно стоит у нас? 50 рублей. За марка впрок целый такой пакет. Дальше я взяла для Милы, она уже упаковку
выкинула. Это такие штучки для барменов. В общем, в бутылки вставляете, в алкогольный или там сироп, и наливаете. 77 рублей, две такие штуки. Мила просто у нас увлекается изготовлением коктейлей. Очень удачно занимается. Поэтому для нее все это актуально. У нее, кстати, есть шейкер из Фикса, и он ее... Два шейкера. И он тебя полностью устраивает, насколько я знаю, да? Ватные палочки. У меня есть такой контейнер пластиковый. Я когда-то покупала тоже контейнер, и в нем были эти палочки. Я его оставила и просто покупаю из пачек и перекладываю туда. Вроде у них хорошо сидят вот эти ватки, не распушаются. 200 штук стоило это все дело у нас, сейчас скажу, так, а, 27,50. Также там, все уже знают, появилась новая серия от Фитокосметик, свежая косметика с пребиотиками, там шампуни, бальзамы, маски для лица, маски для волос, скрабы для лица, и я хотела себе купить маску для волос именно с кокосом увлажняющий, но ее не было. Была репейная, была с органовым маслом. Я еще думала, может быть, оливковую взять, но в итоге взяла с какао. Густое масло восстанавливающее. Вот что здесь у нас написано. Она упакована, видите, как консерва. Я уже тут вскрыла. Вот так вот она выглядит, густая. Что-то прослеживается шоколадное запахи, но не сильно. И у этих масок очень хороший состав. Смотрите, масло какао, масло оливы, потом идет вода, ну, алкоголь, все дела, никотиновая кислота, масло органы, масло авокадо, пребиотики. Насколько я знаю, да, после открытия маска эта хранится месяц. Ну, в принципе, 180 мл я вполне могу израсходовать за месяц. Но если буду пользоваться только ей. Стоила она 77 рублей. Но я еще хочу, конечно, кокосовую попробовать. Вот такая штука когда-то была мной заказана на Алиэкспрессе. Но из-за того, что она стоила там какие-то копейки. Такая тенденция есть, если товар стоит какие-то копейки на Алиэкспрессе, то он, скорее всего, вам не дойдет. В общем, мне эта штучка не дошла, но она очень полезная, 77 рублей. Это пульт управления фотокамерой. Я уже попробовала все это дело. Я так понимаю, здесь кругленькая батарейка сзади, она шла в комплекте. Вы здесь, значит, нажимаете кнопку «On», подключаетесь по Bluetooth к телефону. Вот так оно все начинает мигать. И, в общем, нажимаете на кнопку, и оно все это дело фотографирует. Подразумевается, что одна кнопка для фотографий, ну, другая для видео, но я нажимала и на ту, и на ту. Там как бы идет одна команда, именно фото. Ну, то есть, ну, видео, в принципе, мне не нужно. Мне это нужно для фотографии. Сейчас выключим. И здесь радиус действия до 6 метров. В общем, очень полезная штука. Я вот часто фотографирую себя, как бы селфи, но издалека, поэтому мне эта штука актуальна. По отзывам на YouTube я взяла вот такой крем для рук от Wilson. Он стоил всего лишь 55 рублей за 150 миллилитров с коровьим молоком. Я его сейчас нанесла на руки, видите, поблескивает кожа, потому что он действительно такой очень хорошо увлажняющий. Это не крем-пустышка, и запах у него такой, знаете, нежно-молочно-сливочно-кремовый. Очень он приятный. Поэтому я вам рекомендую попробовать. Есть еще версия с козьим молоком. Прям классный. Классный, да. Мне понравился. Так, и что я еще взяла? Сейчас я тут все отодвину. У нас такая проблема. Все лекарства у нас валяются по каким-то пакетам непонятным. И мы с Лешей, короче, решили взять такую коробочку. Стоила она 149 рублей. Я тут все уже разложила. Мне нравится, что здесь как бы стилистика. Там были тоже классные коробки с ручками, такие двухэтажные. Но там то нарисованы нитки, то нарисована косметика. Я хотела именно вот в таком стиле. Значит, она двухуровневая, что очень удобно. У меня здесь все отлично разместилось. Просто как будто эта коробка создана для нашего набора лекарств. Здесь у меня мази, термометры. Здесь лейкопластыри. Здесь вот как раз... Три страшных спрея. Блин, они все ободранные. Так, спрей для носа. Здесь всякие таблетки. Вот я пообрезала, да, где там, ну,
они уже пустые. Вот они здесь у меня все лежат. И вот так снимаем вот такое на высоты. И снимаем верхний уровень. И здесь у меня тоже лежат еще таблетки в пакетиках. Йод, я все боюсь, что он разольется и мне испортит эту коробку. Ну и всякое вот тут еще добро. Тантум верде. Короче, все отлично поместилось. Так что мне очень понравилось все это дело, как здесь сделано. Но единственное, что, наверное, здесь, возможно, не хватает... Мил, осторожно. Здесь, возможно, не хватает ручки. Ну, в принципе, можно и без нее. В общем, такие у нас сегодня были классные, полезные и вкусные покупки. Так, ну что, продолжаем влог. С последнего сюжета про FixPrice прошло уже так много времени. И у меня тут накопились уже косметические покупки, очень классные, бюджетные, и вообще некоторые из них я урвала по очень хорошим скидкам. Как-то я зашла в такой мини-маркет, и там была хорошая цена на продукцию. Я самая, к ней я очень хорошо отношусь, мне много что нравится, и я не смогла пройти мимо некоторых товаров. Жидкое мыло вот такое. Ароматерапия, орхидея, масло органы. Я думаю, что оно должно приятно пахнуть, потому что у продукции я самая, в принципе, очень хорошие ароматы. Здесь 500 мл. Но, чтобы не соврать, стоило это все дело где-то в районе 70, может быть, 60 рублей. В принципе, такая цена и в Магнит Косметике может быть по скидке, да, когда у них там 20%. Но я все равно взяла вот такое мыло. Буду переливать его и использовать, наверное, на кухне, потому что в ванной у нас кусковое мыло. Лёша любит мыть им руки, наверное, ему кажется, что оно лучше промывает. Дальше. Вот такая огромная бадья мицеллярки 700 мл Professional для снятия макияжа с лица, глаз и губ. Здесь типа вот у нас бесплатно 350 мл, масло органа, виноградные косточки. Это все дело стоило 98 рублей за такой огромный объем. Я ее уже попробовала несколько раз, и она отлично смывает макияж и не щипит глаза, что самое главное для меня в мицеллярной воде. Так что буду пользоваться. Я обожаю вообще мицеллярки. Не знаю чем. Меня влекут эти упаковки прозрачные с этой водичкой. Прям вот очень мне нравится. Тем более по такой бюджетной цене. Крем для рук и тела питательный. Здесь 150 мл. Очень красивое оформление. У Oriflame есть такие крема для рук, тоже бело-розовые, вот чем-то мне напоминает. Я взяла эту упаковку всего лишь за 68 рублей, вот что-то такое. Очень классный крем, он такой шелковистый, у него приятная косметическая душка, мне она очень нравится. И здесь еще, смотрите, экстракт органы. Посмотрела я на Wildberries, там стоит такая упаковка в районе 120 рублей. Ну, я бы и за 120 купила, конечно, но за 70 рублей это вообще прям шикарно. Так что вот закупилась я продукцией, я самая. Дальше, по отзывам на YouTube смотрю, все берут вот этот гель для душа, сочный цитрус и ваниль от фирмы Love. Он стоит в районе 40 или 50 рублей в продуктовом магните и в Магнит Косметике, но я взяла его вообще за смешные какие-то 30 рублей в продуктовом магните. Здесь даже есть какие-то экстракты, вот если вы посмотрите, цитрус, лимон, ванила, гидролизированный протеин даже есть. В общем, прикол этого геля в том, что он такой адекватной густоты, то есть это не вода, он перламутровый, оранжевый, и он очень вкусно пахнет ванильным апельсином. В Окее была распродажа косметики, там был отдельный стенд, и я урвала себе просто вот этот вот крем за какие-то копейки, за 40 рублей, так он стоит в районе 150 на Озоне, по крайней мере. 100 рецептов красоты, крем-энергетик для лица, смузи-фрут, у меня он уже был, я писала про него в «Поговорим за косметику», в свой паблик, где я про косметику там пишу и рассказываю, что понравилось, что не понравилось. Очень хороший крем, у него классный такой аромат фруктов, и он вообще неплохой. Посмотрите, какая у него позитивная упаковка. В общем, я не собиралась его брать, но за 40 рублей, думаю, дай возьму, пусть будет. Так что вот
Советую попробовать, если кто еще не пробовал, может вам тоже понравится. Взяла я себе еще один крем для рук от кафе Мими Суперфуд, на этот раз с малиной и розмарином, а сейчас у меня заканчивается с манго. За 50 рублей 50 миллилитров, неплохие крема, но у меня насчет них складывается свое мнение определенное. Я, может быть, про них напишу, поговорим за косметику, я еще попробую вот этот. Пахнет он действительно какой-то малиной и добавлением какой-то вот есть растительной нотки, травы. Вот не знаю, пока, но это на первый взгляд, посмотрим, как оно будет все это дело на руках. Достаточно неплохой, видите, состав, экстракт листьев малины, экстракт розмарина, кокосовое масло. Ну и, в принципе, все. И вот эти вот баночки мне очень нравятся. Я потом в них буду перекладывать себе крема в поездке. Как раз тут небольшой объем. Были бы они еще прозрачные, ну да ладно. Это уже я слишком многого хочу. На Wildberries я лазила в черном жемчуге. И нашла вот эти вот маски, которые в, ну, упакованы. Здесь 5 штук, в Магнит Косметике они продавались за 150 рублей, то есть выходила 30 рублей одна маска. Но на Wildberries, повторюсь, этот набор стоил всего лишь 113 рублей за 5 масок, это вообще копейки, то есть одна маска выходит по 22 рубля. Смотрите, здесь у нас две вот таких вот омега-кислоты обновления, выравнивает рельеф, две увлажнения, я уже их брала, и одна коллаген. Вот эти вот у меня были, про них я тоже писала. В принципе, они неплохие, но давать за них там 60-70, сколько они там хотят в Магнит Косметике, это очень много, я считаю. Но по 22 рубля нормально, у них кремовая пропитка, такое нежное лекало. В принципе, ничего. Но вот этих оранжевых у меня еще не было. Так что по 22 рубля это прям, ну, шикарная цена. Также я не смогла пройти мимо вот такого набора «Народный рецепт» и «Фитокосметик». Он стоил всего лишь 59 рублей. Здесь два продукта. То есть один выходит, как вы можете догадаться или посчитать, по 30 рублей. Кстати, такую коробочку и не стыдно подарить подружке, например, или, я не знаю, даже учителю своему на 8 марта. Так что вот, красиво оформлено. Здесь идет скраб для тела, у меня как раз закончился, омолаживающий на голубой глине можжевеловых ягодах. Вот что здесь у нас написано. Кстати, небольшой объем, 120 грамм. Ну, не будет надоедать, быстро использую, в принципе, нормально. У него тоже тут очень хороший состав. На сахаре он, масло ши, глина, белая глина, ягоды можжевельника. Такой приятный у него аромат ягодный. И такой же маленький крем для рук и тела. Удобно, кстати, брать в поездки. На розовой глине, кокосовом масле. Не помню, как он пахнет, но в пустых банках вам потом расскажу. Так что по 30 рублей это просто, ну, шикарная, считаю. Еще и такая коробка презентабельная. На Озоне я взяла себе шампунь, потому что у меня уже все заканчиваются, а обычно я в запасах своих, кстати, вот у меня тут запасы небольшие, в своих запасах как бы я не складирую по 50 шампуней, я просто, когда заканчивается, покупаю тот, который я хочу. У меня когда-то был от Vitex такой продукт, маска для волос из серии Asian Secrets. Мне очень понравилась она. Она была неплохая, но вот больше всего в ней было классного. Это запах какой-то косметически сладкий, ну он просто такой манящий и приятный. И я решила повторить уже этот запах, но в шампуне. Масло Цубаки, женьшень, шелк, 3D ретинол. 140 рублей всего лишь стоила эта упаковка за 400 миллилитров. Ну, попробуем, вот что он тут у нас делает. Очень хочу я опять нюхать этот аромат. И он еще так остается на волосах, прям активно пахнут они у вас после применения данной серии. Так что вот такой шампунь. И лазила в бабушке Агафьи. Я прям нажимаю на бренд, смотрю, что у них там есть интересного. И по отзывам взяла такую вот красивую, посмотрите, запеченную маску для лица.
Тут столько всего написано, сейчас я когда переверну, вы посмотрите. На лосином молоке, таежном меде, масле льна. Все экстракты готовятся в тайге в течение 6 часов после сбора. Стоила маска всего лишь 90 рублей за 100 мл. Так она стоит не по акции, по-моему, 99 рублей. В общем, много чего здесь написано. И состав тут, я хочу сказать, ну просто наинатуральнейший. Смотрите, молоко, золотой корень, экстракт шалфея, экстракт из чилистника. Это все на первых местах. Ромашка, таежная мелисса, брусника, вечерница сибирская. Короче, что здесь просто только нет. Это всего лишь за 90 рублей. Это несмываемая маска. Я очень люблю такой формат. Когда вы наносите, потом промакиваете, либо ну не промакиваете, может быть, вам это не надо. Может быть, она вся впитается, но я обычно промакиваю. И с утра пишут вот на Озоне в отзывах, что вы просыпаетесь, и кожа такая мягкая, напитанная и бархатистая. У нее такая консистенция майонеза, вот даже здесь видно, она такая светло-бежевого цвета и очень вкусно пахнет каким-то сливочным медом. Так что я буду пробовать. Не знаю, мне уже кажется, что она мне очень понравится. Не знаю, у вас бывает такое? Когда вы посмотрите на какой-то товар, прочитаете про него, прочитаете отзывы, и вам уже кажется, что все, вам оно подходит. Вот у меня такое же сейчас чувство. Ой, прям слушайте, у меня такие классные покупки, и дешевые, и полезные, и интересные. Ой, ну ладно, что... Буду я заканчивать этот влог, наверное, потому что я очень долго его снимаю уже на протяжении, наверное, месяца или больше с момента видео про фикс-прайс, да, в начале влога. Ладно, всем спасибо за просмотр. Я тут тоже смотрю пустые баночки на телевизоре. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся с вами в следующем видео.